Всем привет! Мы волонтеры из центра Шанырак. Сейчас мы находимся возле дворового клуба «Искра». Сегодня мы возьмем интервью у нашего маленького волонтера. Его зовут Герман. Давайте же узнаем у него поподробнее, что для него волонтерство. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Шельмайер Герман Викторович. О, как! Давай пять. Оп. Ты знаешь, что такое волонтерство? Да. Это то, когда люди спасают животных. Так, а еще что знаешь о волонтерстве? То, что когда какие-то животные застревают, например, я смотрел телевизор, и когда там коровы иногда падают в канавы, и волонтеры спасают их. Это называется волонтерство. Молодец, молодец. Слушай, а ты вот в будущем сам как хотел бы стать волонтером? Ну, как бы иногда, да, я спасал котенка с дерева когда-то. Уже спасал? Да. А сколько тебе лет? Мне 9 лет. Молодец. Слушай, а вот то, что ты ходишь в ДДК, это как-то влияет на тебя? На твое волонтерское будущее? Ну, да. И как же это на тебя влияет? Очень хорошо влияет, я так скажу. Ну, красавчик, красавчик. Спасибо. Я когда-то спас котенка, когда мы играли с друзьями, мы посмотрели, кто-то мяукал. Смотрим на дерево, там был маленький котенок. Я полез за ним на дерево. Он дальше на меня, на тонкую ветку. Она все время шаталась от ветра, и она все время шаталась, и он мяукал. А потом мой друг Артем потряс эту ветку, я его схватил за лапку и скинул с дерева. Вот как. Все равно он остался жив. Это хорошо. Да. Самое главное. То, что вот, как-то так. То есть ты спасать жизни любишь? Да. То есть потенциально будущий врач, может быть, какой-то, да? Как-то да. Зоолог. Ну. А кто такой зоолог? Зоолог это тот, кто. Блин, я уже давно не помню. Ну, раньше знал. То есть когда-то знал, но уже забыл. Да. Уже много прошло, я уже как бы, ну, немного...